Ребята, я вам сейчас покажу туалет. В общем, это детский, это мужской, это женский. Чтобы его открыть, нужно помахать ему. Потом внутри у нас такая вот ванная комната. Здесь можно подождать. Сейчас дверь закроется автоматически. Здесь есть температура и кабинки. Кабинки на автоматическом свете. Здесь, если я пройдусь, то меняется сидушка. Ну и вода. Класс, да? Кстати, есть даже писсуарчик. Ну, то есть, если вы не любите туалетное мыло, находится вот тут. И, собственно, тебе нужно просто пройтись рукой. Все на автомате. Нет только сушилки почему-то. Не нашла.